Всем привет! Буду менять сегодня задние тормозные колодки Mercedes ML 270 дизель. Да, поехали. Первое, что нам делать надо, это сенсор отсоединить, чтобы его не повредило. Видите, она немножко конусом идет. Это цело, не надо паять. Потом я чуть-чуть надо ВДшкой. Чуть-чуть. Чтобы она легко пошла. Постоите немножко, минут 2-3, потом будем выбивать эти шпильки. Баночка берете, подступаете. Вот она так становится. Здесь не спутайте, потому что здесь уже следы есть. Управляешь нормально, все почистим. Тут уже сзади тормозная колодка и труба, блядь. Сейчас разжимаем. Здесь хорош там цилиндры, да, они по маслу будут вылазить. Какие колодки. Задним давно у меня. Должен легко сюда идти. Цилиндр.
Надо так держаться. И здесь вот тоже. Так, чтобы... не зажал, тяжело. Не забудьте, чтобы на следующий раз клиент к тебе приехал, нужно было легко снять. Выдержка попала туда. Чего такой бесенький? Домой хочешь, да? Стоит сенсор поставить. Тоже его почистить так немножко. Все. Всем пока. У кого какие вопросы, пишите комментарии. Все. Bye-bye.